Здравствуйте. Bună ziua. Rog să-mi confirmați dacă se aude sau nu. Stimați prieteni, rog să-mi confirmați dacă se aude ceea ce vorbesc. Văd că вы конектаться, подключаются люди. Августина, се ауди? Лариса, колечи, bună ziua, да, се ауди bine, Надежда. Așteptăm un pic să se conecteze lumea. Vreau să fac un comentariu cu privire la acea inscripție pe care am dat-o împreună cu poliție și pretura jos în sectorul Râșcani, la un centru comercial. Și să vorbim un pic despre acest subiect. Îmi cer scuze din start pentru scurtă întârziere, am avut o ședință care un pic s-a întins. Am spus că voi ieși public la 10:15. Dar trebuie să ne reținem pentru 15 minute. Спасибо, Валерий. По поводу чего? По поводу вывески торгового центра и вообще в целом по поводу фасадов. Алена, потому что дождь закончится скоро, все будет нормально. Буду извиняться, Валерий. Доброе утро, Олег. Ну что, предлагается начать. Я, с вашего позволения, этот эфир проведу исключительно на русском языке, учитывая то, что в тему, собственно говоря, вывески на торговом центре известном «Союз» попытались вот именно в этой или в этом ключе поднять и попробовать качать тему языка как таковую. Первое, что я вам хочу сказать, тем, кто это делает, собственно говоря, собственникам этого заведения, также тем протестующим, которые готовы в 12 часов ночи защищать незаконные вещи в Кишиневе, не надо искать черной кошки в темной комнате, если ее там нет. Это первое. Очень важно, что хотел отметить для всех вас. Значит, что касается русского языка, на сегодняшний день мэрия Кишинева является единственным, скорее всего, учреждением на территории Республики Молдова, который ведет практически все информационное поле в двухязыковом пространстве. То есть то, что у нас есть на официальном языке, переводится на русский язык, особенно информация первой необходимости. Значит, вчера кто-то попытался незаконные действия, беспредел, который был допущен последние несколько недель на новом здании, собственно говоря, Союза, попытаться ориентировать это в русло борьбы с русским бизнесом или с кириллицей. Я хочу сказать этим так называемым предпринимателям, что мошенничество
беспредел, незаконные действия не имеют, не имели и иметь не будут национальности и языковой принадлежности. Поэтому еще раз подчеркиваю, если вы делаете что-то незаконно, не пытайтесь найти этому оправдание, особенно с такой чувствительной точки зрения, как языковой вопрос. Дальше. Вас предупреждали не делать этого, потому что люди спрашивают на самом деле, ну есть другие вывески, да, их очень много на территории муниципия Кишинев. В Кишиневе очень много вывесок на самом деле и полно непонятных фасадов, незаконных построек и вообще беспредела в этом деле. Так вот, в этом деле будем наводить порядок. И да, в том числе торговый центр «Союз», которого мы предупреждали, который был обязан координировать свои действия с управлением соответствующим в примарии муниципии Кишинев, не сделал это и разместил вот ту красоту, которую мы все с вами видели. Сегодня, чтобы господа из так называемого бизнес-сообщества, поддерживающих коллегу из «Союза», не думали, что это какая-то целенаправленная акция против них, предупреждаем, что наведение порядка в этом деле будет осуществляться на территории всего муниципия Кишинева. Сегодня, к примеру, вот буквально сейчас создание фасада, где находится в том числе мэрия, на пересечении Пушкина и Штефана Челмари, снят баннер «Виктория Банк», который тоже за последние 2 недели там нашел свое место. Он на латинице. Поэтому еще раз повторяю, не надо, значит, пытаться сюда какой-то языковой вопрос поднимать или им манипулировать. Ведите себя правильно, соблюдайте закон, и никто с вами проблем не будет иметь. Далее, что меня напрягло, это то, что эта наглость как бы не имеет границ, да, то есть собирать людей ночью, они кидаются, значит, в ноги полиции, ну, там были и грубые слова и так далее, все это мы видели, я думаю, что вот те, которые защищали вот это беззаконие, ну, не должны себя так вести. Дальше. Есть дизайн-код, разработанный общественниками, по-моему, достаточно хороший документ. Есть регламент по рекламе, который вот уже 1,5 года все, значит, обсуждается. Я надеюсь, что в течение мая месяца как минимум один из этих документов попадет на стол муниципального совета, и мы примем. Потому что я думаю, что все вы устали вот этих всех непонятных вывесках, абсолютно бесформенных, не имеющих никакого городского стиля. И также всех фасадов и витрин, которые заполонили, ну, не самые красивые, скажем так, вещи. И это на главных бульварах и артериях страны. И последнее, особенно потому, что сейчас начали этим как бы очень серьезно вопросом продвигать его где-то, ну, в каких-то кругах. Вот и он, мы за вас голосовали. Там некоторые представители были и киосков, и которых более 1000 мы сняли за отношение от этого всего. И рекламы более 2000 разных панно, которые на территории Кишинева были. И многих других вещей, значит, незаконных построек, вот вывески. Я слышу, что вот мы за вас голосовали, пожалуйста. Если вы заголосовали за меня, вы однозначно голосовали за соблюдение закона. Вот я вас это прошу и принять. Если нет, то тогда нам не по пути. И, пожалуйста, когда мы наводим порядок в Кишиневе, не говорите, что не надо начинать с вас или с кого-то другого. Надо начинать делать порядок с самого себя, в первую очередь. Поэтому убедительная просьба всем тем, кто сегодня нарушает закон, даже не пытайтесь. Да, я знаю, что бардака много, да, я знаю, что проблем много, но мало-помалу будем с каждым из этих проблем, значит, заниматься, с каждой проблемой.
и пытаться решать. Я вам желаю хорошего дня, крепкого здоровья. И еще раз повторяю, не ищите то, чего нет, а соблюдайте закон. И никто к вам не будет ходить и не будет снимать вывески, убирать киоски, рекламные панно, запрещать строительство и так далее. Хорошего дня.